Кагацел – надежный препарат для профилактики и лечения простуды и гриппа у взрослых и детей с 3 лет в любую погоду. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с информацией Гидрометцентра России и прогностического центра МетеоТВ вас познакомлю я, Прохор Шаляпин. Погода со мной – просто песня. Всю эту неделю мы ругались с осенью и терпели ее капризы. Спокойнее станет на юге европейской территории. Пришедший сюда антициклон улучшит погоду, что особенно важно для побережья Краснодарского края. Здесь заметно потеплеет до +22 и прекратятся осадки. Но несмотря на это, все равно сохранится опасность разлива рек из-за повышения уровня воды. Компактный атлантический циклон будет перемещаться от северо-западных районов через центральный район Черноземья к Поволжью. Дожди здесь усилятся. На севере в Мурманской и Архангельской областях -3, +2, местами небольшие осадки. В Санкт-Петербурге днем местами небольшой снег. Температура воздуха +1, +3. В Москве небольшой дождь, днем +4, +6. Атмосферное давление ниже нормы. Все секреты погоды раскрыты. Пришла очередь секретов звезд. Секрет на миллион. Сегодня в 17:00 на НТВ. Беспокоит сердце, повышено давление? Принимайте лекарство «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». «Кардиоактив Таурин», чтобы сердце работало стабильно в любую погоду.